Всем привет! Сегодня будет видео немного другое, чем обычно. В прошлый раз я показывал обычный день, сегодня немного необычный день. В жизни бывают моменты, случаи, дни, которые много меняют. И вот подобное было 2 года назад. Это как раз было где-то в то же время, когда я начал делать сыр. Это было время, это был день, 2 часа ночи, когда родилась моя дочь. После этого много всего изменилось, и я очень рад, что это случилось. On my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow. This morning has so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my родилась наша дочь, жена перенесла не самые легкие роды, а были усложнения с здоровьем ребенка. Первые недели были сложными, но потом, слава богу, все обошлось, она поправилась. И вот сейчас нас радует каждый день. Очень рад, что она у нас есть. Она и вдохновение, и стимул, и, так сказать, хочется жить. Добрий ранок, доча! З днем народження тебе! Да, іди мене обніми. Обніми мене. Мама не сиє його, да? Кукла, да? Чи ні? Ти кормиш? Так. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, Виталина, поздравляем тебя. Давай, Талин, туши свечку, да. Дуй. Дуй, дуй, дуй. 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 Вот так, Талин, смотри, смотри. Вот так. Ой. Да. Давай, 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 затуши, давай, дуй. Ануш. Давай, давай, давай. Сильнишь. Сильнишь. Сильнишь, дочь.